Ребята, всем привет! Сегодня хочу показать вам небольшой лайфхак, как заправить обычную зажигалку с помощью туристического баллона, вот такого газа. Нам нужно сделать переходник вот с баллона, с клапана, на клапан зажигалки. И мы будем его изготавливать из иглы от обычного медицинского шприца. Вот я купил такой шприц, стоит несколько рублей, вообще какие-то копейки. Собственно, нам понадобится от него только иголка. А точнее даже вот эта вот зеленая ее часть. Давайте ее достанем. И примерим сначала на баллон. То есть она в принципе подходит, но начинает именно упираться вот на таком уровне. То есть нам надо примерно срезать вот эту юбку с баллон, с иголки надо будет срезать. Ну то есть примерно миллиметра два. И также нам надо будет извлечь иглу и срезать вот эти зубчики, которые здесь находятся по краям. То есть вот этот зубчик, вот их 4 штуки получается, их надо будет все убрать. Ну, давайте этим и займемся. Берем обычные пассатижи или какие-нибудь бокорезы, хоть что, и аккуратно просто вывинчиваем. Так, вот все. Вот что у нас получилось. Отдельная иголка и отдельно вот эта пластиковая штука. Теперь с помощью канцелярского ножа мы берем и обрезаем вот эти боковые 4 грани. Так, вот что у нас получилось в итоге. Вот мы их все полностью срезали. Теперь эта штука, по идее, должна входить в клапан зажигалки. Вот мы видим, смотрите, она, собственно, туда отлично помещается. Теперь нам надо отрезать эту юбку, чтобы пластмассовый переходник лучше садился на баллон. Ну, примерно так вот 2 мм где-то отступаем и отрезаем ее. Все, вот у нас получилось отрезанное колечко, оно нам больше не нужно. И теперь давайте примерим наш переходник на баллон. То есть вот мы его одеваем, все, он герметично уже садится. Если надавливаем, вот уже идет газ. Все, теперь с помощью этой системы заправляем нашу зажигалку. Вот мы слышим, газ идет. Послушайте. Посмотрим, как работает. Все, зажигалка работает. Вот у нас все отлично плавится. Вот таким нехитрым способом можно заправить зажигалку с помощью большого туристического баллона и вот такого переходника. Стоит отметить, что он получился очень короткий. И в принципе мы можем взять крышку родную от баллона, закрыть, и все, он никуда не потеряется, он всегда будет там. То есть его надо заправить, открыли, вставили, заправили и убрали баллон опять в тумбочку. На этом все. Если обзор вам был полезен и интересен, обязательно поставьте лайки. Подпишитесь внизу на канал, большая кнопка подписаться. Поставьте, нажмите колокольчик здесь, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи, хорошего настроения, интересных лайфхаков. Всем пока!